вы стали счастливой обладательницей вязальной машины, вы даже не знаете, с какой стороны к ней подойти, наш курс «Блок для самых начинающих» – именно то, что вам нужно, потому что на этом блоке, на блоке для самых начинающих, мы проходим основные техники вязания на вязальной машине. Это, само собой, как правильно набрать, как закрыть петли. Это частичное вязание. Это вязание резиночек на одной фантуре. Это планки подгиба. Это очень интересные горизонтальные и вертикальные прорезные петли, так, чтобы они долго держали форму и не деформировались при использовании. Мы обязательно пройдем с вами рапорты, что это такое. Разберем каждое обозначение. Научимся вязать узоры, ажуры, фанги, жаккарды. И самое главное – буквально с первого урока у вас перестанут слетать петли и рваться пряжа, независимо от того, какая у вас вязальная машина. Потому что наш блок рассчитан на вязание на машинах с нитеводом и на машинах с ручной прокладкой. Это два типа машин, все остальное это нюансы, потому что у нас нет привязки к определенной марке машин. Есть машины с нитеводом, есть машины с ручной прокладкой. И уроки записаны именно в двух вариантах для разных типов машин. После прохождения этого блока вы не просто разберетесь с теорией, вы закрепите эту теорию на практике, потому что у нас особенность курса такова, что обязательно домашнее задание. Вы выполняете домашнее задание и этим подтверждаете то, что усвоили программу. И само собой, раз есть домашнее задание, значит есть обратная связь, я отвечу на любые ваши вопросы по урокам. После прохождения курса вы не просто разберете теорию, подтвердите ее на практике, то есть мы с вами свяжем два изделия. Это шапочка с жаккардом или с любым другим узором, который вы выберете. Частичное вязание, тушки, идеальная макушка и ровный шов. И самое главное, все изделия, которые мы вяжем, демонстрируются на той модели, для которой вязали. А это значит четкое попадание в размер. И все это с первого раза. Второе изделие джемпер. Здесь нет просто попадания в размер, здесь еще хорошая посадка. Отличная горловина, четкая пройма, ровные рукава. Классные изделия, особенно учитывая, что на первом уроке мы с вами только-только учились набирать петли. После прохождения курса вам будут понятны бесплатные или платные мастер-классы, которые вы будете находить на просторах интернета. Вы сможете обучаться дальше самостоятельно или продолжать вместе с нами. И не забывайте, что начав обучение сейчас, к осени вы сможете уверенно вязать на своей вязальной машинке. Вяжем мы с вами один джемпер, но получаем сразу три модели за счет того, что прилагаются три варианта рукавов. Простой прямой рукав. И джемпер элегантный, повседневный. Рукав расширенный. Посмотрите, насколько интересно и более элегантно смотрится джемпер. Ну а уж крылышки, это просто красота. Причем красота трендовая, потому что оборки, крылышки и рюши сейчас очень модное направление. Вяжите и получайте доход. Не забывайте, что продать, монетизировать можно только то, что есть у вас в руках. Практику, теорию продать невозможно. Вы все еще думаете, стоит ли вам присоединяться к блоку для самых начинающих? Три джемпера мы с вами и так свяжем. Джемпер с тремя вариантами рукавов. Но бонусы тают. К сожалению, те, кто не успел оплатить до 26 апреля, потерял брючки. Снимать не буду, это не эстетично, но считаем, что брючек больше нет. И у нас с вами остался только джемпер парус. Но не отчаиваемся, потому что джемпер может превратиться в отличное, идеальное, симпатичное детское платье. У меня девочки вязали в розовом цвете, получали супер платье для малышей, для девочек. Парус – это кармашек, карман кенгуру. Вы получите не только джемпер, но и навык вязания кармана, вязаного. То есть он не пришивной, он вяжется вместе с изделием. Очень интересная технология. Красивое моделирование подходит и для малышей, и для подростков. Его вывязали даже на взрослых людей. Супер! Моделирование, очень простая конструкция, идеальный джемпер для самых начинающих. Получите опыт, навык вязания не только сложных женских моделей, но и идеально веселых детских. До 3 мая вы успеваете получить бонус джемпер.